сегодня всех блондинок на Арбате собрал благотворительный парад блондинок, в котором участвуют абсолютно все жители Москвы, будь то ты натуральная блондинка, либо в душе. Сегодня мы узнаем, чем живут блондинки. Вперед! Пока блондинки собираются на экскурсию увлекательную и интересную, мы идем в караоке-клуб Who is Who. Жюри, запоминайте, потому что вам вручать подарки. Меня зовут Олеся Малибу, я звезда, фотомодель, участница многих шоу, показов. Вот у меня номер 6, и он соответствует размеру груди. Здравствуйте, меня зовут Дарья, я косплеер и ревизор. Меня зовут Стелла. Меня зовут Галаксия, Маша Галактика. Я королева бирюзовых планеты и муза Пистолетова. Добрый вечер, меня зовут Унафата, я блогер и косплеер. Меня зовут Настенька. Меня зовут Видя, я видеоблогер, косплеер и просто фея, мой номер 7. Добрый вечер, меня зовут Гульнас, проще говоря, Гуля. Я на данный момент сижу дома, рожаю 4-ю дядьку. Добрый вечер, меня зовут Светлана. Добрый вечер, я Анастасия Никонова. Я тебя любил, а ты оставила в моем сердце лишь пустоту. I love you.
Вадима, расскажи, что сегодня было? Море блондинок, был парад, был забег на шпильках, было очень весело. И вот на данный момент продолжение нашего банкета. А как ты здесь оказалась? Ты вроде не блондинка. Ну, сегодня я как партнер и жюри. Я буду жюрить этих блондинок. Каждая участница старалась, кто-то пел, кто-то танцевал. И каждый показал свои таланты, поэтому каждый талантлив по-своему. И поэтому журнал «Creative Stars» всегда дарит всем подарки. Совсем скоро мы узнаем, кто победил и что он получил в подарок. Олеся, здрасте! Привет! Поскольку я звезда такая симпатичная, меня Таня, моя подруга, пригласила поучаствовать, показать свою красоту. Вот. Но если она не знает ответов на самые простые вопросы, тогда она блондинка. И ей нужно краситься в белый цвет, чтобы все видели. Я всем нашим блондинкам желаю наконец-то поумнеть. Ну и, конечно же, найти генов, заниматься любовью, создавать семью, рожать детей. Добавляйтесь ВКонтакте, ставьте лайки, Лукас и Лойсы. Давайте выберем любое имя человека, которого вы сегодня добавите в друзья. Просто вот из ваших незнакомых людей. Саша. Саша. То есть тогда мы ждем от вас фотографию этого Саши и вставим это в репортаж. Кого вы добавили? Я уже с ним выставила фотографию, можете смотреть. Фотографию это... Саши? Да, я с ним сфоткалась сегодня. Это сегодняшний ваш олигарх. Да, плейбой точнее. Ну, правда, он бедный. Пусть меня развлекает, я не против. Договорились. Олеся, спасибо вам огромное. Сегодня с нами была Олеся Малибу, лучшая блондинка. Сегодня в караоке «Who's Who». Что ты здесь делал? Ну, меня сегодня пригласила прекрасная наша блондиночка, да, Татьяна Тузова. Тебе больше всего нравится в Татьяне Тузовой? Ну, ее внешность, ее характер. Хотел бы себе такую девушку или жену? Ну, конечно, хочу. А чем задействован ты? Я сегодня в качестве артиста пришел поздравить и исполнить песню тематическую, да, которая называется «Блондинка с черными глазами». А я всегда желаю только одного – отличного настроения, моря позитива и, конечно же, любви. Момент подведения итогов. Я попрошу всех девушек подняться на сцену. У нас конкурс красоты. Анисия, ты такая молодец, поэтому я хочу вот... Конкурса 2016 года. Город Москва, Российская Федерация, номер 27. Аплодисменты, друзья! Я считаю, что все получилось у нас отлично. Встретимся в следующем году. Ребят, наша вечеринка подошла к концу. Сегодня мы были в караоке «Who is Who». Удачи вам!